23 декабря в спортивном комплексе «Трудовые резервы» Москомспорта проходит первый всероссийский турнир по боксу класса А, посвященный памяти 9-кратного чемпиона СССР, заслуженного мастера спорта, ветерана, бойца спецназа Великой Отечественной войны Николая Федоровича Королева. На открытии данных соревнований присутствовала дочь легендарного боксера Надежда Николаевна Королева, принимала участие в открытии, а финал дальних соревнований перед культовым для бокса в Мекке московского бокса, в том дворце спорта, в котором сам Николай Королев неоднократно завоевывал титул чемпиона СССР по боксу, это дворец спорта «Крылья Советов» на Ленинградке, Ленинградский проспект 24. Будем всех рады видеть. Также этот турнир посвящается памяти бойцов спецназа, отдавших свою жизнь за свободу, независимость, единство Российской Федерации. Идея зарождения этого турнира родилась давно. Мы хотели искренне от души сделать что-то хорошее для развития бокса в городе Москве, поскольку на протяжении многих лет в Москве не проводилось ни одного всероссийского турнира, победители которого могли бы получить звание мастер спорта России по боксу. И, наконец-то, в этом году мы решились на проведение этого турнира. Турнир собрал представителей более чем 20 регионов России, 81 участник, 5 категорий, 56 килограмм, 64, 69, 81 килограмм и 75 килограмм являются мастерскими. То есть победители этих весовых категорий получат право присвоения почетного звания мастер спорта России по боксу. Надеемся, что этот турнир станет традиционным, будет собирать под свои знамена все новых и новых замечательных бойцов. И любители бокса города Москвы получат действительно хорошее, зрелищное мероприятие не только спортивного, но и воспитательного характера, приучающих людей за этим спортом, служению своему Отечеству. Мы представляем Красноярский край. Мы об этом турнире уже наслышаны. Турнир класса А с присвоением звания мастера спорта. Все-таки Москва, турнир. Мы решили, по сути, сборную команду Красноярского края привести сюда, побоксировать. Ребята представляют у нас 2 кандидата мастера спорта, 5 мастеров спорта у нас. Где-то около, да, эти же 5 человек у нас практически боксировали на чемпионатах России, первенствах России. Ну, ребята такие, довольно-таки, можно сказать, опытные. На данный момент у нас пока из 7 человек один только проиграл, остальные вот боксируют дальше. Во-первых, хороший здесь спортивный зал. И, конечно, выражаем благодарность. Проведение турнира класса А, это дорогого стоит. Вот, это существуют определенно финансовые всегда проблемы. Но организаторы эти вопросы, как я понимаю, решают. И за это им большая благодарность. Ноги. Веди.
Левый, справа, ножки, ножки. Быстрее! Нет! Вон там, самый низкий идет.
Yeah.